Поздравлять работников неведомственной охраны принято еще с советских времен. В 1952 году руководство СССР приняло решение создать специальную службу, которая будет отвечать за защиту объектов народного хозяйства. С тех пор и дата празднования осталась прежней – 29 октября, и главное предназначение службы – охрана имущества. На службу по обеспечению имущественной безопасности на территории Одинцовского городского округа выходит более 300 сотрудников ведомства. Охраняют порядка 8 тысяч объектов. Это все формы собственности. Это квартиры, коттеджи загородные, гаражи, объекты. Хотя априори Одинцовский район является спальным районом, здесь крупных предприятий нету, но мелкий бизнес мы также взяли под свою защиту. Банковские учреждения, терминальные устройства, банкоматы. То есть, ну, представляете линейку. Линейка огромная, от квартиры до банкомата. Профилактика преступлений, нахождение патруля, отдел внешней охраны на улицах нашего города. Должно было реагировать в таком плане, что мы также боролись и с пьянством, и с хулиганством, несмотря на то, что мы охраняли имущество. 5 минут. Именно столько нужно экипажу, чтобы прибыть по адресу, откуда поступил тревожный сигнал. «Всегда на страже» – такой девиз вневедомственной охраны. На торжественном построении почетными грамотами и благодарственными письмами отметили лучших сотрудников. Оперативно и без лирики, чтобы не отвлекать экипажа от основной задачи. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».